Доброго времени суток, YouTube. Доброго времени суток, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Вы знаете, что достаточно давно я анонсировал новую автоматизированную систему Being. Анонсирована была около 2 лет назад. Мы начали разрабатывать эту новую систему. Я не скажу, что она диагностическая, она больше, чем диагностическая. И я хочу вам показать историю. Другими словами, это тот дизайн, который был в самой первой версии автоматизированной системы Being. Так это все выглядело. Эта система была рабочая, она работала. Вы видите, вот здесь цифры подсчета меняются. Как это происходит. Работа нами велась упорно и настойчиво. Мы столкнулись с рядом трудностей при составлении расчетов по этой системе. Но сейчас не об этом речь. О расчетах я еще поговорю и сниму неоднократно видео по этому поводу. Одним словом, первый дизайн выглядел таким образом. Второй дизайн, который мы продолжая разрабатывать саму систему целиком в целом, выглядит буквально в недавнем прошлом, выглядел вот таким образом. Это второй вариант дизайна системы Being для мобильных устройств на iOS, на Android, на Windows. Так выглядела она до недавнего прошлого. И я думаю, что уже, ну я не думаю, я знаю, что это тоже не окончательный вариант. Совершенно все будет переработано, абсолютно все. И в ближайшее время, я надеюсь, мы все-таки запустим эту, не побоюсь этого слова, инновационную, новую, современную, уникальную систему, которая изменит этот мир, эту жизнь к лучшему. Пока лишь только показываю вам дизайн. В ближайшее время, я надеюсь, покажу вам еще ряд интересных моментов, расчетов и так далее. Собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!